В спорткомплексе «Лужники» состоялась ежегодная благотворительная акция «Под флагом добра», которая была приурочена к Международному дню защиты детей. Цель акции – адресная помощь тяжело больным детям, нуждающимся в дорогостоящем лечении, помощь детям-сиротам, а также привлечение внимания со стороны общественности и бизнеса к проблемам детского здравоохранения, популяризации спорта и здорового образа жизни. Центральным событием стал международный футбольный матч «Россия-Англия» с участием звезд политики, эстрады и спорта. Звезд, желающих именно играть, а не просто болеть за нашу сборную, сидя на трибунах, собралось столько, что обеспечить всех желающих формы оказалось делом непростым. В результате состав игроков менялся достаточно часто. Следует сказать, что за 8 лет действия этой программы благотворительная помощь была оказана 1720 детям на сумму около 200 миллионов рублей. Когда матч закончился, на поле вышли дети и родители, которым члены команд вручили именные медицинские сертификаты. На нынешнем мероприятии были вручены сертификаты на сумму 16 миллионов рублей. В общей сложности дети из 88 семей теперь смогут лечиться в крупнейших медицинских центрах. Так что такой благотворительный футбол в состоянии помочь тысячам нуждающихся.